Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на канале Плюм. Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую! И это чудо, мое чудо, вот оно прибежало сюда, потому что она думала, что мы пойдем гулять. А нет, не пойдем мы гулять, я просто покажу твое красивое пальтишко. Вот смотри туда. Какая же ты хорошенькая. Сейчас я буду показывать твое пальтишко. Вот оно такое, ты его очень... Она его уже знает. Она его обожает. Потому что оно такое мягенькое. Такое шерстяное. Такое прямо в тон, в цвет. Ну, естественно, я подбирала для моей любимой Плюши. И вот сейчас я вам покажу. Все, Плюша, ты поздоровалась, да? Иди теперь погуляй. А я и покажу твое пальтишко. Что же за чудо такое войлок? Вот это его изнанка, а вот это лицевая часть. Имитация шубки. Я специально это сделала, чтобы это выглядело как каракулевое пальтишко. Это колье, надевается на шейку, потом как жилеточка надевается на лапки, застегивается, и вот получается такая красота. С 3D цветочками. Плюша, смотри сюда, смотри сюда. Какая Плюша ей 1,5 годика. Вот. Очень удобная, легкая, тепленькая и абсолютно экологичная вещь. И в смысле изготовления экологичная, без всякого вреда для животных. И в смысле, что оно дышит и тело чувствует себя прекрасно в любую погоду. И очень-очень красиво. Она просто потрясающе смотрится в этом пальтишке. Приглашаю на мое занятие, дорогие мои творческие друзья. Для этого нам понадобится разработка модели со всеми расчетами. Мы измеряем нашу модельку вашей собачки или кошечки, или какому питомцу вы там делаете это пальтишко. Вы делаете замеры. У нас моделька, и нам надо ее померить. Вот Плюша молодец, села. Берем вот эти вот все наши параметры. Начнем с окружности шеи, так чтобы голова свободно пролезала через это колье. На 35, чтобы была свобода. Вот я записываю, померила. Теперь мне надо померить вот эту вот длину от самого верха, вот тут, где будет у нас жилеточка, и до хвостика. Тут жилеточка будет. Молодец, Плюша. Осито, молодец, право, мовчит. Вот так вот померила длину. Вот у меня здесь 31. И я записываю эту мерку. Теперь мне нужно померить, смотрите, вот от шейки до лопаточки размер. Вот, у меня тут написано плечо 3. Ну вот, смотрите, да, я взяла вот 3 Плюши, сипажуи Плюша. Я сделала такой вот бретельчику 3 сантиметра, чтобы это было просто зафиксировано и не смущало никаких движений. Теперь я записала это. Теперь пройма, это вот вокруг лапочек вот тут вот. Что я делаю? Я беру и тоже
учитывая свободу движения, вот так вот 13, половина окружности. Записываем. Дальше. Ширина. Мы должны померить вокруг нашей собачки так, чтобы вот столько, сколько вы хотите. Но только имейте в виду, запах должен быть. Вот я беру его, этот запах, предусматриваю. 47 у меня. Я записываю. 47. Длина переда. Я делаю длину переда. Вот. От вот этого вот места. И до... Да, например, до половинки. Вот у меня тут 16. И вы делаете замеры своей собачки или кошечки и записывайте точно так же. Да, Плюм? Вот. Мы все это сделали, и теперь следующий этап. Бай-бай! Вы чертите рисунок, записываете длина, высота, ширина. Затем каждому замеру вы добавляете 45%. И потом, когда вы вырезаете это все на шаблоне, это уже будет все вырезано с учетом вот этих прибавок на усадку шерсти. В данном случае мой шаблон вырезан из воздушно-пупырчатой пленки. Для того, чтобы он держал форму, прекрасно переворачивался, когда мне нужно будет переворачивать шерсть, раскладку мою. И кроме того, этот материал не размокает в воде. Вот чем я руководствовалась при выборе материала, из которого я сделала шаблон. Теперь посмотрите, пожалуйста, какие замеры я делала, чтобы вырезать вот этот вот шаблон. Здесь мне нужна высота. Высота, которая от горловины, то есть от шеи нашего питомца, со свободой, конечно, чтобы там ничего ему не сковывало движений. Вот от этой точки до точки, которая, вы сами понимаете, должна быть открыта. Вот. Здесь у меня, видите, такая выемка такая. Ну, то есть модель, которая будет спереди более открыта, а сзади вот эта вот часть уходит на спинку. Она будет прямо до самого хвостика. Потом расстояние между лапками тоже давать свободу, чтобы ничего не сковывало движение нашего питомца. Это очень важно. Лопаточки идут туда. А вот здесь горловинка. Вот она со стороны спины. Здесь, естественно, то же самое. Все это рассчитывается. Вы берете объем талии вашего питомца, добавляете плюс 45% и добавляете еще вот эту вот ширину вот этой вот застежки с одной стороны и с другой стороны. Вам надо только разрезы для двух лапок. Остальные две лапки у нас будут вот здесь вот. Им не понадобятся никакие дырочки, они будут там вот внизу. Это колье. Его вырезать очень легко. По объему горловины вы это вырисовываете. Кружочек такой. И потом вырезаете горловинку в нем. Ну и делаете ту ширину воротничка этого вашего будущего цветочка, которую бы вы хотели видеть. Две одинаковых детали. Для того, чтобы наш цветочек был такой пушистенький. У него будет два слоя. Колье должно соответствовать горловине вашего изделия, но приваливаться будет только вот в этих местах. Вот здесь и здесь только фиксация. Остальное вот это будет свободно. Колье будет отдельно от вашей горловинки. И тогда вашему питомцу будет здесь очень удобно, уютно и свободно. Ничего не будет сковывать движение. Вот такая вот моделька. Вот такой вот шаблон. И еще нам понадобятся вот такие вот блокираторы. Для того, чтобы мы с вами изготовили объемные цветочки. Вот. Это обычные кружочки с вырезанными серединками. Для изготовления цветочков. В этот раз я хочу сделать белое меховое пальтишко для моей
плюши для моей маленькой собачки, для моего питомца. Вот белая-белая шерсть. И не пугайтесь, но это не промытый флис, который в результате он будет белым. В общем, это будет такая же шубка, которую я вам показывала, только белого цвета. И у нее будут розовенькие цветы с разнообразными оттенками розового. Для этого мне нужна розовая шерсть, вискоза, какие-нибудь шелковые ниточки. Вот все, с чем я собираюсь работать в этот раз. И еще в качестве основы, то есть изнаночной части моего пальтишка, я хочу взять вот такой оттенок шерсти. Мне это показалось очень симпатично. Конечно, это было вместе с шерстью цветом кофе, вот такая смесь. Но когда она смешается с моей белой шерстью, я думаю, у нее получится тоже такой очень красивый оттенок. И для изнаночной части это будет тоже что-то такое более натуральное, когда будет смешиваться два цвета. Я этого хочу, это придаст какую-то такую вот, ну, дикость, натуральность. То, собственно говоря, что собой представляет такое вот пальтишко из овечьей шерсти. Такая дубленочка. Я хочу сделать такую шубку, чтобы у нее был вид такой, как будто подснежники начинают пробиваться из-под снега. Вот такое пальтишко хочу сделать для моей Плюм. Посмотрим, что из этого получится. Итак, за дело. Передо мной шаблон, и мы начинаем нашу работу с самого нижнего изнаночного слоя. Я не хочу туда подкладывать никакой вискозы. Нижний слой будет касаться только шерсти моей собаки, и там не будет никаких проблем. Я не помню, как называется вот этот вот цвет, но, в общем, с него я начинаю. Сначала нужно проработать все наши контуры, то есть пройти вот такой вот прямой линией, чтобы наши контуры были ровненькие. Ни за какие края не нужно заходить, потому что у нас нету никаких стыков здесь. Никаких не будет переходящих из одной в другую плоскостей. Все это будет всего лишь на одном шаблоне. Больше ничего нам не нужно. Поэтому, вот смотрите, здесь слегка я обозначаю угол, то есть тупой вот такой вот конец. Тупые концы у меня здесь пересекаются. И остальное вот так вот, перекрывая одну прядочку другой, примерно на 50%, наполовину, я продолжаю вот такую вот раскладку по краю, просто прямой такой пасмочкой, для того, чтобы у нас были прочные края, чтобы они не растягивались. Я должна это проложить по всему контуру, следя, чтобы это все было ровненько. Вот так вот. И теперь я перехожу на эту сторону. Такая вот раскладочка по всему периметру. Конечно, мне надо стараться, чтобы все это было, чтобы все это было равномерненько. И здесь я тоже делаю уголочек. Вот таким образом я просто тупыми кончиками здесь делаю такое пересечение волокон. Тупые кончики пересекаются с тупыми и образуется вот такой вот угол. Ну, остальное мне удобнее делать с этой стороны, поэтому я перехожу на эту сторону. Я веду себя как хочу. Я себе это позволяю. И никто мне этого здесь не может запретить. Я думаю, что это очень хороший способ поверить в себя, когда ты занимаешься творчеством, рукоделием, потому что, во-первых, нет определенных каких-то законов, нет каких-то там, понимаете, незыблемых правил, их можно всегда нарушать, можно придумывать какие-то свои методы, свои
удобные для вас именно способы во всем, и в раскладке шерсти, и в валянии, и в приспособлениях, во всяких инструментах, и в вашем дизайне, и в функциональности. Вы здесь творец. И вот почувствуйте себя творцом и сделайте так, как вам понравится. Главное, чтобы вы добились результата. Тут вокруг лапок, то есть это проймы такие. Вот здесь везде нужно проложить вот эту шерсть. Вот смотрите, я разложила вот эти все прямые линии. Теперь мне нужно их зафиксировать, прямо создать такие перпендикуляры. Это называется ортогональная раскладка, но мы не будем пользоваться этой раскладкой. Я лично вот не буду пользоваться этой раскладкой по всему нашему изделию. Я только обработаю таким образом края. А вся остальная раскладка у меня будет диагональная, то есть пересечение волокон по диагонали. Это для того, чтобы мое пальтишко было эластичным, ну таким податливым, чтобы оно село вокруг фигурки, приняло ее форму, фигурки моего животного, и уже было такое, знаете, скульптурное. Вот, мне не нужно его прямые формы. Мне нужно, чтобы это все выглядело на собачке по фигурке. И оно будет удобно, оно будет податливое. Оно будет выполнять вот те задачи, которые перед ним поставлены. Если я разложу это все в такой вот раскладке, которую я вам предлагаю. Вот я сейчас обрабатываю края, а потом останется мне просто это все закрыть диагональной раскладкой по всему пространству. Я хочу сделать тонюсенькое пальто. Оно и так теплое, и собачка у меня очень шерстяная. Вот эту вещь она будет носить не очень часто, к сожалению. Я на нее не надеваю пальто, только когда сильно холодно. Ну, сильно холодно тут, где я живу, просто не бывает. Эту ортогональную раскладку по всему периметру сейчас, и теперь я его просто вот тут вот структурирую немножечко, да, чтобы все это было аккуратненько, буквально прохожусь так, чтобы мне было спокойнее. И теперь мне нужно все это заложить диагональной раскладкой. Вот где у нас не хватает еще раскладки. Я все раскладываю в одну сторону, а потом в другую. Или же я делаю вот так вот. Диагональная раскладка. Можно как угодно, на ваше усмотрение. Как вам нравится. Вот этот вот слой, он же, вы помните, у нас такой декоративный. Он у нас служит для того, чтобы смешаться с белой шерстью и дать такой оттенок природный, такой богатый светлый оттенок натуральной шерсти, который приближенный вот прямо к такому дикому виду. Поэтому здесь может быть не очень-то густо, здесь могут быть такие вот типа проплешины, и потом это все будет
можно будет заложить белой шерстью. Когда белая шерсть пробьется сквозь вот эту вот слой вот этой шерсти, в некоторых местах, вот где погуще будет разложена эта шерсть, она будет давать более насыщенный оттенок. Где же будут такие пробелы, то белая шерсть туда пробьется и будет там преобладать, и будет более насыщенный белый оттенок. И вы же помните, я вам говорила, я хочу очень тоненькое пальто. Этого достаточно для вашего питомца, чтобы пальтишко было тонюсенькое. Оно будет защищать его, ваше любимое чадо, и от ветра, и от холода. И будет легкое, не отягощающее. Ну, вот таких вот целей я и добиваюсь. При вот этой вот тонкой, можно сказать, немножко небрежной раскладке. Первый слой я разложила уже. Теперь белый слой. Здесь уже не обязательно прокладывать вот эту бордюрчик этот по краю. Здесь у нас будет просто белым перекрыто. И тоже вы же помните, да, что мне нужна эта многокрасочность этого светлого оттенка. И поэтому я просто его вот прикрываю, вот именно в тех местах, где меньше всего покрыто шерстью. Они заметны, они такие более темные. Вот здесь вот я и стараюсь поперекрывать. Тоненький-тоненький слой. Я хочу еще сверху положить кудри, которые будут создавать рельефную фактуру. И, кроме того, они дадут еще и тепло, они дадут декоративность и тоже цвет. То есть все вот эти вот слои, они должны быть легкими. И кудри я не буду класть прямо вот таким плотным слоем, потому что мне не нужна такая дубленка жесткая. Мне нужна легкая, эластичная пальтишка. Но вот просто декоративное, такое красивенькое, такое интересного такого цвета ночью. В общем, я это закладываю, и вы закладываете так, как вы посчитаете нужным. Вам главное, чтобы не было при сваливании проплешин, чтобы не было дырок. А вот эти вот тонкости, я имею в виду тонкие на просвет, тонкое волокно на просвет, кажущееся ажурным, это не страшно. Оно будет все равно тепленькое, оно будет выполнять все свои функции, и при этом будет еще легкое. Поэтому, кажется, я вам все вот рассказала. Смотрите, чтобы визуально вы видели, что все вот эти вот места, которые более темные, вы видите это, потому что я положила специально черную подложку, чтобы был контраст, чтобы все это было заметно. Если бы я положила эту пленку белую, на которой удобно валять, у меня бы все слилось с этим белым цветом, и я бы не могла вот отличить вот то, о чем я вам тут сейчас рассказываю, и тогда бы, ну, я бы не видела вот этих вот всех проталин на моем полотне. А так вот мне все четко видно на черном фоне. Светлая шерсть, светлая раскладка. Она прямо мне вот говорит, вот здесь добавь немножко, вот здесь добавь немножко. И вы только следите, чтобы не было вот этих черных проплешин, пробелов. Вот я раскладываю. Мне даже не обязательно вот здесь вот создавать в конце вот этот вот бордюрчик. Ничего такого мне здесь не нужно. Вот, я сделала вот этот светлый слой. И теперь я буду работать с флисом. Вот я взяла флис. Это овечьи кудри. И с флисом нужно работать в перчатках. Это не промытый флис. Ну, в общем, в целях гигиены. И смотрите, что я делаю. Я отрываю такие
пасмочки с тупого конца. Вот здесь вот я отрываю, слегка их растягиваю, слегка, да. Я не буду класть здесь сплошным рядом, я буду просто делать такие вот декоративные добавочки. Я предполагаю, вот это вот животик у меня, и здесь спинка. Когда это будет закрываться, у меня вот эта часть будет сверху. Мне так удобнее будет застегивать, когда я буду надевать эту жилеточку на мою плюшу. А вот это будет снизу. Значит, мне нужно, чтобы наиболее декоративная часть была вот здесь вот. Внизу здесь может быть слегка-слегка, просто чтобы это все было в одном таком, ну, скажем так, одного качества, одной толщины. Вот я немножечко положу таких вот, немножко, да, вот просто положу. Я смотрю, чтобы у меня не было никаких грязных тут штучек. Вот я распрямляю, смотрю, убираю это все. Ну вот я на животике сейчас положу, а дальше буду раскладывать уже на тех моих местах, которые будут видны сверху. Так, вот я одновременно убираю. Какие-то там травинки, может быть, попадаются. Я его растягиваю тоже тонким слоем и кладу так, как мне кажется, что будет хорошо. Вот сюда тоже положу. Слегка везде добавлю, тонюсенькими такими прядочками я это делаю. Все это потом вымоется, все вот эти вот, вся желтизна, которая здесь есть. Дело в том, что кудри некоторые моют, некоторые не моют, но вот я решила не мыть, потому что они сохраняют тогда свои качества. Они более эластичные, когда хранятся вот с таким ланолином. Но у них есть риск пожелтеть. Вот смотрите, вот этот вот край, он кажется грязный какой-то, засохший, но это вымоется потом. Мне главное сохранить вот эту вот декоративность, и чтобы не было грязи здесь, посмотреть, не было никаких травинок. Вот это вот все я убираю. Если я его распушу, то оно просто валяется в тело вот этой шерсти и не будет видно. Поэтому я сохраняю вот эти вот спиральки в некоторых местах, я их раздвигаю, видите? И раскладываю так, как шерсть, она садится подлиннее. Примерно я раскладываю так, чтобы вот эти вот декоративные кудряшечки, части, кончики, они оказывались сверху, перекрывали верхушечки вот эти, и тогда будет создаваться такой вид сплошного шерстяного, такого натурального полотна, вот именно как шубка. Каракуль будет такой, да? Ну вот еще здесь я положу. Вот так вот. Отрывать вот эти вот штучки нужно сверху, чтобы они не распушились, и так легко будет отрываться. Вот здесь вот положу. Ну вот вы видите, да, что я тут импровизирую и надеюсь на хороший результат, потому что всегда это будет хороший результат. Творчество – это уже результат. Результат больше, чем то, что вы получите красивую вещь, а вот именно то, что вы в процессе творчества находитесь, я считаю, самый лучший результат, самое лучшее достижение, потому что вы находитесь, ну, совершенно в другом, в других вибрациях. Вы находитесь вот в таком творческом потоке. Там все прекрасно в этом потоке. И там нет никаких проблем. Чем чаще вы будете пребывать в этом потоке, тем легче вам будет идти по жизни, тем больше вы будете ощущать свободу, уверенность в себе. Будьте ближе к Творцу, к себе самому. Вот кто такой Творец, по моему мнению. Это человек творящий.
Вот, даже вот эти вот грязные, я просто вижу, что они смоются, и не будет там ничего, никакой ссор там не присутствует. Вот я только этого должна добиться, чтобы там не было никаких лишних травинок. Я это четко вижу, что их там нет. Вот. Продолжаю раскладывать эти кудри, которые дадут мне такую волну и ощущение, что вся эта, все это пальтишко сделано вот из такого каракуля, что ли. Вот, поэтому я их не сильно распушиваю. Я их оставляю вот такими вот спиральками. Ну, вот тут вот уже будет не видно, но вот в тех местах, где это будет видно, я раскладываю. И потом еще не забывайте, у нас тут еще будут цветочки сверху этого всего. Вот тут на плечике тоже я положу. Здесь еще возьму вот эту капельку и расположу, распространю вот по этому месту, где. Где-то будет видно. Так. Здесь цветок, я предполагаю, будет. Ну вот, где-то примерно, я считаю, что уже достаточно. Вот я могу это все поднять, поменять. Ну вот так вот. Смотрите, что у меня получилось. Если же у вас нету кудрей, вы можете это просто заложить шерстью. Это совершенно не обязательно. Вот. То есть получается, что будет почти такой результат, только не будет вот, это, вот этого ощущения каракуля. Поэтому смело просто раскладывать таким образом, чтобы у вас было, ну, немножечко поплотнее вот этот вот слой, чтобы у вас не было дырочек, и чтобы изделие было достаточно, ну, структурировано, такое, как вы хотите. В общем, толщину его вы можете таким образом регулировать. Я вот смотрю вот здесь, ну, я смотрю руками, да, и глазами, всем смотрю. Смотрю, что здесь немножечко не хватает у меня толщины, ну вот в общем, да, раскладе я смотрю, где у меня будет толще, потому что кудри, они фиксируют еще вот эту жесткость, дают толщину, дают, ну в общем, все вот будет примерно равномерно. Мне нужно это все сделать, чтобы не было никаких, не было большой такой разности в толщине. Ну, в общем, чтобы однородность полотна сохранить. Вот. Мне это уже нравится. Теперь мне нужно создать несколько цветочков, в том числе и колье. С чего мы начнем? Это вот с колье. Все, вот сейчас уже у нас начинается декорирование, и мы берем в руки наши шаблоны. Кладем здесь такой вот блокиратор, чтобы вот здесь вот ничего не касалось вот этого вот слоя нашего воротничка. Вот мы кладем этот блокиратор, прячем вот эту вот часть, где у нас горловинка, под этот блокиратор. И раскладываем здесь таким образом шерсть, чтобы вот только вот здесь, вот в уголочках, она зашла за этот блокиратор. Видите, как у меня тут эти уголочки выглядывают? Вот это у нас должно соприкасаться для того, чтобы соединиться. Вот здесь у нас будут соединения. Здесь будет присоединяться наш воротничок, вот этот вот колье, с вот этой нашей основной частью нашей жилеточки. Вот. И она будет держаться только на вот этих вот местах. Теперь обратите внимание, это верхняя часть у нас, да, самая верхняя, та, которая будет видимая.
И здесь на колье у нас верхний слой будет точно так же, как и здесь, последним раскладываться. Поэтому первый слой мы раскладываем такой же, как мы раскладывали вот здесь. Каким образом мы здесь раскладываем? Радиальная раскладка. Это вот, смотрите, какая раскладка. Это вот так вот. Вот такая вот радиальная раскладка, как солнышко. Вот здесь мы заходим, чтобы соприкасалось. Да, как мы с вами уже договорились. Все остальное мы должны смотреть, чтобы за края не заходило. Вот эта вот раскладочка. Ну, вот видите, я сразу это все положила. Даже вот так вот я перекрыла. Вот просто взяла и сейчас соединила. Я сейчас снимаю перчатки, потому что я не люблю раскладывать в перчатках. Шерсть тянется, мне нужно, чтобы руки были сухие. И теперь делаю то же самое. Вот здесь я зафиксировала, да, у нас здесь соединение нижней части и вот этого верхнего нашего колье. Они уже тут пересеклись. Этого нам достаточно. Здесь уже мы следим, чтобы здесь не пересекалось. Вот видите, здесь немножечко выходит за очертание нашего нижнего полотна. И здесь мы делаем то же самое. Вот смотрите, просто делаем ту же раскладку, которую мы делали на нижнем полотне. Мы делаем по всему периметру, вот так вот по всей длиннетке. Сейчас у меня, кажется, руки немножечко почему-то влажные, хотя я их и просушила, и шерсть тянется. В общем, мы делаем вот так вот вокруг такую полосочку, так же, как мы делали это по всему периметру нашего пальто. Вот здесь раскладываем. Это для того, чтобы здесь у нас была структурированная такая кромочка, которая не будет растягиваться, она будет фиксированная, она будет прочная и стабильная. Для этого мы делаем такую раскладку. И теперь делаем уже радиальную, вот ту, о которой я вам говорила. Сюда не нужно заходить. Вот смотрите, вы просто прикладываете сюда тупые кончики наверх вот этой полосочки, да, тупыми кончиками. Вы раскладываете. И потом мы подвернем вот все, что там вылезет за края. Мы это все проверим, подвернем, чтобы ничего не вылезло за пределы. И вот здесь таким достаточно тонким слоем раскладываем, но чтобы все это хорошо было покрыто. То есть тоненькие получается слоя, чтобы были, чтобы у нас воротничок был, цветочек этот был тоненький, чтобы мы его растянули по всей ширине, чтобы мы с него сделали такой красивый волнистый цветочек. Вот нам нужна эта тоненькая радиальная раскладка. Мы сначала делаем вот таким образом, а потом мы сделаем вот в обратную сторону, понимаете? Вот так вот мы будем делать. Вот, продолжаем закладывать вот эту вот часть, которая будет прилегать к горловинке. Продолжаем ее структурировать. Делать кромочку. В мастер-классе по изготовлению сумочки я подробно рассказывала про все вот эти тонкости, нюансы, что касается раскладки. Если вы хотите узнать, вы вернитесь на мои видео, на первое мое видео, где там раскладка, и вы поймете, как раскладывать. А здесь я вам уже говорю, как будто вы уже это знаете. Я уже с вами разговариваю, как будто вы прошли этот урок. Кромочка. Но повторяю еще раз, все-таки, что кромочка создается путем пересечения, перпендикулярного пересечения волокон. Вы делаете вот так вот по кругу раскладочку и потом перпендикулярно. Ну вот я прошлась здесь
уже по кругу, смотрю, что здесь равномерно, и теперь я точно так же, доходя до вот этого края, но не заходя за края, но уже не прокладывая вот такую вот полосочку по горизонтали, я только вертикальные полосочки раскладываю, чтобы вот здесь вот у меня получилось однородное полотно. Вот и все, что мне нужно вот от этого слоя, который я прокладываю сейчас наоборот. Просто заложить вот эти вот пробелы. Вот в таких случаях, когда я делаю вот такой вот цветочек, ну это же у нас колье в виде цветочка, мне достаточно того, что шерсть в одном направлении, вот просто вертикальная раскладка, они будут переплетаться между собой, и в то же время они будут растягиваться. Это будет податливый такой материал, будет податливое такое полотно, из которого я могу делать вот эти вот фалды, такие лепесточки формировать. Вот почему я делаю только вот такую вот вертикальную раскладку. Фиксирую только у основания, там, где будет горловинка. И вот эта вот фиксация мне даст возможность, здесь будет это все стянуто, а вокруг это все будет растягиваться так, как я захочу его растянуть. Я теперь смотрю, вот здесь вот это все подгибаю, чтобы все это было на шаблоне у нас. А вот тут вот смотрю, чтобы это не заходило за шаблон. И поэтому я его вот так вот прямо подворачиваю. Хочу добавить туда разного розового оттенка, но основной это вот такой вот пудровый цвет. Вот такой вот нежный пудровый цвет я сюда добавляю. Смотрите, чтобы это не было очень толсто, потому что цветочек будет тогда нежнее, если это будет тонко. Сочиняем цвет нашего будущего цветка. Вот это будет нижний слой лепестков, потом еще будет один верхний. Поэтому здесь получается, что вот этот нижний слой, здесь он не будет виден, а вот здесь будет виден. И я хочу вот тут вот добавить, вот, например, вот такого более темного оттенка по краю. Какими там островками. Ну, в общем, смотрите, как вам понравится, так вы и добавляете. Ну, вот я тут развлекаюсь теперь, играю с этим цветом. Получается так нежно, красиво. А вы думаете, какого бы оттенка вы еще добавили? Вы сами решаете, какой у вас будет цветок. Мне вот он нравится таким нежненьким, красивым, таким детским. Еще я хочу к нижнему слою добавить немножечко вот совсем темного, чтобы это все проглядывала где-то там какими-то маленькими такими островочками. Когда это все будет в изделии, это все будет уже, этот цвет заиграет при раскладке. Его тоже видно, конечно. Вот, это нижний слой у нас идет. Вот так вот. И теперь я его прижимаю, чтобы он так... Здесь вот с этой стороны не очень страшно, если это вылезет. А вот тут вот, если вылезет, то оно все сцепится. Поэтому мне нужно сразу же его заложить в какую-нибудь пленку. Вот. Я подворачиваю, я беру прямо вот за вот эту вот штучку и прокладываю до того места, где у нас вот это соединение. Оставляю только вот это соединение, а все остальное вот здесь вот, видите?
чтобы мне не мешало ничего работать, сосредоточиться на декоративности изделия, я вот себе организовываю таким образом пространство. Теперь я кладу этот второй слой. Вот на этот я кладу таким образом, чтобы здесь вот эти вот части, видите, они оставались, вот выглядывали слегка. Слегка выглядывали. А здесь, наоборот, мне надо это все, чтобы оно спряталось. И вы знаете, вот тут вот надо раскладывать вот слегка-слегка, не заходя за вот эти вот края. Таким образом, вот этот вот верхний слой будет покороче, а вот этот нижний подлиннее, и цветок будет более объемно смотреться. И теперь я раскладываю точно так же нижний слой. Нижний слой у нас был из вот такой вот шерсти, и теперь я слежу, чтобы вот тут вот, вот эти кончики заходили на вот эти кончики, которые внизу, да, чтобы они между собой там сцепились. Вот я их раскладываю. Видите, я пока раскладываю вертикально, чтобы я точно видела, что они сцепились. А потом я проложу вот эту горизонтальную линию, которая даст нам кромочку. Ошейничек такой будет у нас. Вот я это проложила, я вижу, что они между собой контачат. И теперь мне нужно проложить по периметру горизонтальную линию. Что я и делаю. Вот. Пока что я выхожу вот сюда, прям за вот эти пределы, ничего страшного. Я потом его просто возьму и поправлю, подтяну. Мне нужно просто создать вот такую вот горизонтальную линию, чтобы все эти волоски пересеклись при помощи перпендикулярной раскладки. Вот. Вот я создала вот эту кромочку. Теперь я ее контролирую, вот фиксирую. И мне нужно здесь создать границы нашего цветка, которые слегка не доходят до края. Старайтесь делать тоненькие прядочки, чтобы наш цветок был изящным. Помните, что будут еще слои розового, поэтому здесь может быть не очень-то. Видите, вот я достаточно небрежно раскладываю, это вот именно по той причине, что у меня будут еще тут слои розового. И когда вот это все перемешается, это даст такой даже декоративность, больше декоративности, если будет это все неоднородным. Поэтому я раскладываю вот так вот достаточно небрежно. Мне сейчас важно, чтобы у меня вот тут вот эти концы не зашли за пределы моего шаблона, вот здесь, вот, чтобы они не пересеклись с нижним шаблоном. И теперь я раскладываю точно так же вот эту пудровую шерсть, нежнейшую пудровую шерсть. И теперь уже я смотрю, в каком направлении, но тоже в таком же направлении. Мне будет этого достаточно, если я вот так вот положу. Вот в таком вот направлении. Здесь я опять же смотрю, фиксирую края, чтобы
и теперь уже контролирую, где у меня есть пробелы, то есть я их заполняю розовой шерстью. И помните, еще у меня есть один цвет розового, несколько оттенков. Я могу добавить сюда разных оттенков розового. Ну, я не хочу слишком много. И я посмотрю, сколько мне захочется, столько я и добавлю. Я буду смотреть уже на картинку, которая будет получаться, и потом ориентироваться уже буквально вот на картинку. Вот здесь у нас же лицевая часть, и теперь мы видим уже, что вот тут вот у нас серединка будет, да, вокруг горлышка. Я могу сюда добавить, например, желтенького или салатного, такого зелененького, знаете, такие нежные цветочки, они. Ну, начинается там у них серединка. Это будет, конечно, возле горлышка. Немножечко желтенького. И вот есть немножечко зелененького. Я его просто растяну так, чтобы его было почти незаметно. А потом перекрою его желтым. И у меня получится вот то, что надо. Буквально немножечко. Сама серединка, сердцевинка цветочка. Она же такого другого немножечко цвета. Я могу добавить этого еще как прожилочки слегка, да, вот где-то там намек какой-то сделать на это. Вот я этот намек сделала. Теперь проложу слегка желтеньким. Вот сделаю так, чтобы это было вот этим поясочком, который и фиксировать будет, и одновременно будет работать нам на идею. Цвет будет давать вот эту сердцевинку желтенькую, по лицу такую. Вот так вот я нафантазировала здесь немножечко. Вот, и теперь я добавлю этого яркого розового. Опять же, я все эти пасмочки раскладываю тупыми концами сюда, а сюда вот этими хвостиками, они тогда дадут тут плавную такую помесь, потому что кончики, ну, они будут переплетаться нежнее, более изящно. Я тут выстроила серединочку, и теперь хочу добавить вот сюда порезанные ниточки. Могу взять уже готовые вот эти непсы, слапсы, которые продаются в магазинах специальных для, ну, на фелтинга, для фелтинга. Вот они вот такие разные, они разнообразные. Ну, я могу просто добавить моих ниточек. Они ничем не хуже, но я добавляю вот в эту серединку такое вот пыльцы, имитация пыльцы. И можете себе представить, как это будет смотреться вокруг шейки. Это будет как какое-то украшенное камешками или не знаю чем там, колье. Вот я его украшаю, вот беленьких немножечко добавлю, пусть будет такое разнообразие. Добавлю беленьких с определенной стороны, пусть это будет как будто верхушечки вот этой вот пыльцы. А вы делаете так, как вы посчитаете нужным. К
как вам покажется красиво. Мне вот сейчас это кажется будет очень красиво. Это можно делать из маленьких комочков шерсти, из остатков ниток, из каких-то еще, ну, таких, не знаю, материалов, которые приваляются, в них не должно быть отталкивающей такой синтетики, чтобы они привалялись. Должно быть что-то в них натуральное, чтобы это привалялось легко. Я хочу сделать такие уже, сформировать лепесточки этого цветка. Вот я пытаюсь их разделить на такие вот небольшие уже части. Вот одна у меня, да, один лепесточек. Я его разделю вот до этой, до этого места. Вот здесь будет второй такой лепесточек. Вот я так его пытаюсь сформировать. Вот дальше у меня будут сбоку два таких лепесточка. Один и второй. Вот. И еще здесь у меня получится три лепесточка. Или если хотите, можно на два разделить. Ну, думаю, что на три будет лучше. И уже я их распределяю на этом этапе. Это то, что касается верхней части лепесточков. Но у нас есть еще внизу. Вот тут вот внизу. И эти лепесточки, я хочу, чтобы они были в промежутках между этими лепесточками, которые сверху. И я делаю это уже. Вот подворачиваю так, и я вижу. Буквально краешек мне надо сформировать, чтобы он попал вот сюда, в промежуток. Я беру и кладу. Слегка вот просто задаю ему такое направление. Направление. Больше ничего. Вот так вот беру и между собой скручиваю. И здесь тоже. Все это очень просто. Не бойтесь, шерсть, она очень такая податливая. Она очень благодарная такая в работе. Она просто дает вам такой потрясающий результат. Малыми такими затратами. Не особо такая кропотливая работа. Она привлекательная, она простая, интересная. И результат просто превосходит все ожидания. Вот у меня осталось тут два лепесточка. Один вот здесь вот. И один вот в этом промежутке. Вот, направление задано. Мне больше ничего не нужно тут с цветом делать. Я только хочу добавить вискозу. Я буду использовать вот такую вот. Она такая бежевая вискоза. Вот такую вот розовую тоже буду использовать. Такими облачками. Это все положу. Я хочу захватить и вот эти слапсы, вот эти, как они, непсы, слапсы, как они там по-разному называются. Я их тоже прикрою, чтобы они легче прихватились, привалялись. Ну, здесь тоже будет такой вот перламутр на них слегка. Вот они прихватятся с шерстью. Их можно, конечно, какими-нибудь еще шерстяными ниточками буквально капельку прикрыть. Можно будет, вот я сейчас это сделаю прямо по верху, по вискозе, несколько таких вот шерстяных ниточек белого, да, у меня там ниточка такая белая, может быть, буквально капельку. Незаметно, но будет легче
надо все приваливаться. Вот эти все маленькие мелочи, чтобы они не порассыпались, не выпадали. Их лучше прикрыть каким-то таким незаметным абсолютно слоем. Вот этого достаточно. И теперь вискоза на наши вот эти вот лепесточки. Такими облачками. Можно задавать направление, и тогда будет она сжиматься в определенном направлении. Можно без направления, тогда будут такие прожилочки, полупрозрачность будет такая добавляться у этих цветочков. Вы же знаете, да, когда смотришь на просвет, на цветы, у них вот такая какая-то, видим какие-то клеточки, по которым течет водичка. Ну, в общем, такое ощущение, что мы видим насквозь тело вот этого цветка. Вот эта вискоза, она может давать такой эффект. В общем, добавляем так, чтобы было видно, что здесь есть вискоза. Вот сейчас я розовую добавила и могу добавить еще вот эту вот нежную такую бежевую. Пусть она у меня будет больше по краю. Придает такое очертание белое. Вот можно делать таким образом. С одной стороны, с другой стороны. Если у вас нет вискозы, вы можете украсить какими-то ниточками, шелком. И в конце концов можно оставить и так, если нет вискозы, если есть только шерсть. Все это не обязательно, все это ваша фантазия и ваши возможности. Из любых материалов можно создавать красивые изделия. Нужно включить только какую-то вашу фантазию, и все будет очень красиво. Ну вот я сейчас это все прижимаю, формирую вот эти вот лепесточки, да, и сейчас уже я их вижу, их очертания. Смотрите, их можно поднять, прихлопнуть, например. Это уже у вас лепесточки. Подкрутить. Получается, как бы подвалять в руках. Вот прямо взять и подвалять. Пока что по-сухому. Прихлопнуть, придать им конкретные очертания. Поправить все волоски, которые выходят за пределы. Вот у вас уже предварительный этап сделан. Ну и теперь у нас есть еще внизу лепесточки, которые мы не прикрыли вискозой. Можно было, опять же, на том этапе, когда мы их раскладывали, сделать это. Ну ничего, если мы сделаем это прямо сейчас. Вы же помните, они не будут выглядывать полностью. Туда не обязательно, мы можем вот сюда только по краешку положить. Беру кусочек вот этой вот вискозы и кладу прямо вот так вот на краешек. Вот я ее в руке приготовила, поднимаю и кладу прямо на краешек. Вот все, очень просто. Поднимаю, укладываю и опускаю. Вложила вискозу, теперь я их точно так же вот прорабатываю, формирую.
сформировались уже цветочки. На этом этапе я закончила работать с этим цветочком. Я подверну вот эту пленочку, которую я положила для того, чтобы у нас не сцепились два слоя, которые не должны сцепиться. Я теперь эту же пленочку использую для того, чтобы прикрыть вот эти вот наши цветочки, чтобы с ними ничего не произошло, когда мы будем работать с остальным нашим полотном. Вот я просто беру и ее задираю. Помните же, да, я там положила ее для того, чтобы вот в одном месте только они сцепились, эти два колье между собой и между нашим вот этим вот основным изделием. И теперь я могу даже вот это вот подвернуть, помня, что вот там, где у нас должно место быть, где оно сцепляется, чтобы у нас это все не двигалось, никуда не двинулось. Вот я его завернула, и все, теперь у меня открылось то пространство, с которым я буду продолжать работать. Вот передо мной образец, чтобы распределить. С этой стороны у меня, видите, вот будет два цветочка, а вот здесь будет один цветочек. И потом еще, видите, вот бубончики будут с этой вот стороны. Но можно это сделать и с этой стороны, на ваше усмотрение, как вам будет удобно застегивать. Вот в данном случае вот так вот, но можно сделать и наоборот. Итак, мы сочиняем цветы. Вот здесь у меня будет один цветочек. И вот здесь вот, и вот здесь я еще раз положу цветочки. Вот в этом месте. И вот тут вот расположу цветы. Берем теперь заготовочки блокираторов, о которых я вам говорила. Цветочков три. Вот у меня три разных блокиратора, три разных размера. Я вот прямо кладу вот так вот, вот тут вот у меня будет цветок, я кладу сюда этот блокиратор. Получается, на этом месте мне вот это не будет видно. Я его немножечко перекладываю. Я просто беру вот эти кудри и перекладываю на то место, где их будет видно, чтобы по максимуму воспользоваться его декоративными свойствами, вот этих кудрей. Тут будет цветочек, значит, мне там больше ничего не нужно. Здесь будут липучки, за которые будет застегиваться наше пальтишко. Вот я кладу эти кудри туда, где они будут видны. То есть я переделываю то, что я делала тогда, я сейчас усовершенствую. Теперь я кладу сюда один блокиратор. Вот он, такой блокиратор, что-то непромокаемое, точно так же, из чего я делала этот наш шаблон. Вот я его положила сюда. Теперь здесь у меня будет цветочек, я также сюда кладу, вот, и здесь у меня будет цветочек, я тоже эти все кудри перемещаю, чтобы освободить вот здесь пространство для цветочка и добавить вот здесь вот кудри, которые будут видны из-за цветочка. Цветочек будет приподнят. И поэтому кудри вот так вот будут видны. Вот, а сюда я кладу еще один блокиратор, на котором будет цветочек. Вот в этом месте, где дырочки на блокираторах, вот именно здесь будет сцепляться шерсть, которая на полотне, и шерсть, которая будет на цветке разложена. Да? Вот за счет вот этой вот дырочки, за счет вот этих вот, этих вот дырочек, наш цветочек будет привариваться к основному полотну жилеточки. Поэтому
дырочка должна быть, ну, такая, чтобы это все привалялось. Вот я расположила эти шаблончики, блокираторы, на которых я буду раскладывать цветы. И теперь я здесь сочиняю такие же цветы, как я уже сделала здесь для нашего воротничка. Потом нам надо еще не забыть привалять вот такие вот маленькие бубончики на краешке. Вот где у нас будет застежечки, это будет смотреться очень симпатично. Для этого мы вставляем, вот я вам покажу на этом краешке, мы вставляем вот сюда, вот в краешек, в тело нашей жилеточки, вставляем ниточки какого-нибудь светлого цвета, на котором будут розовые цветочки, чтобы мы уже не нарушали общую цветовую гамму нашего изделия. Вот я сюда вставляю одну ниточку и вторую на нижнюю часть. И потом я туда приваляю маленькие бутончики. Вот посмотрите, малюсенькие такие бутончики, которые, собственно говоря, были сделаны из обрезков. Вот здесь я делаю цветочки, вырезаю. Берем в руки, опять же, эту шерсть, с которой у нас был нижний слой нашего изделия. Вот такую вот шерсть. И раскладываем радиальной раскладкой, которую мы раскладывали вот в этом случае, не доходя до самого-самого края. Вот так вот, чтобы вот эти тупые кончики были вот здесь вот и создавали границу цветочков. Радиальная раскладка. Вы уже ее отработали на нашем колье. И вот смотрите, теперь вот эти хвостики, они пересекаются между собой и укладываются на основное полотно нашей жилеточки. И тем самым они уже гарантируют, что наш цветочек приваляется. Вот. Я сделала один такой слой, вы видите, я его не сильно заложила. И то же самое я делаю на других цветочках. Вы вообще по-другому распределите эти цветы. Может, вы один цветок добавите, может быть, вы распределите их по-другому, а может, у вас огромная собака, может, у вас вообще самец, и вам не нужны эти цветочки, тогда вы просто сделаете красивую жилетку, например, с этими вот кудрями. А если у вас нет кудри, то вы можете сделать такую гладкую жилетку, и все будет красиво смотреться. И главное, это будет тепленько, приятно и экологично. Смотрите, я сделала здесь уже основные слои, и теперь мне нужно просто серединки оформить, так как мы оформляли на нашем колье.
это будет неравномерный цвет, и там тоже будет какая-то прелесть. Я не представляю, что вариант получится некрасивый. Это всегда красиво. И в одинаковости цветов красота, и в разности красота. И вот эти все природные материалы, они же являются вытяжками из растений. Они и дают вот эту красоту натуральных цветов, натуральных растений. Все, видите, у меня уже все тут разложено. Мне осталось только добавить вот эти вот бутончики. Мне нужно теперь взять ниточки. Я сделаю их две, потому что у меня будут они с обеих сторон. Я потом могу даже подкорректировать длину. Но сейчас мне нужно их вставить вот с разных сторон. Вот здесь вот на краешке у меня будет, да, я ее прикладываю, эти вот ниточки. Вот здесь вот на краешке, видите, прикладываю. И мне надо это заложить шерстью. Просто приложить. И здесь, на этом краешке, то же самое я сделаю. И тогда они будут у меня там вот в финале декоративно очень смотреться. Так, я беру шерсть, которую мне нужно заложить. Это белая моя шерсть, верхний слой. И закладываю. Могу туда кудряшечку положить, чтобы это все было, чтобы прикрылась и наверняка там привалялась. Вот, видите, я ее приложила, прикрыла и кудряшечку на нее положила. А вы можете, если вы пользуетесь кудрями, вы можете сделать так же. Если вы не пользуетесь кудрями, вы просто заложите это шерстью в разных направлениях, чтобы все это привалялось. Ниточка у меня тоже шерстяная, она точно приваляется, схватится. Я еще для уверенности, чтобы это все было не разно, не было разности цвета, я положу еще вот этой вот шерсти, которая у меня была на первом слое. Здесь кудри сверху. Здесь кудри нет, но зато я положила вот эту вот шерсть. Все у меня готово уже к следующему этапу. А следующий этап — это этап примачивания, притирания и валяния. И все. Вот, я проверяю, чтобы вот эти кончики у меня не заходили за шаблоны, за блокираторы, чтобы они оставались вот у самого края. Ну, если там что-то сцепится, мы всегда можем это все отделить, мы же будем контролировать. Вот, я это делаю, проверяю, формирую одновременно мои цветочки, то есть я смешиваю вот эти вот все волокна шерсти с волокнами вискоз. Видите, они легко поддаются. Прижимаю это все. И теперь мне все это нужно будет накрыть сеточкой, намочить и привалять.